Красноярск на смену довольно долгому октябрьскому теплу пришло уверенное похолодание. И как уже констатировали синоптики, так тепло, как в середине октября, в Красноярске в этом году уже не будет. Так сегодня, в понедельник, воздух в нашем городе прогрелся лишь до 1 градуса выше 0. Чего ждать от первых дней ноября? Сейчас расскажем. Ночь с понедельника на вторник станет самой холодной на этой неделе. Температура в нашем городе опустится до минус 6. Во вторник, 1 ноября, нас ждет 3 градуса выше 0 и переменная облачность. Периодически красноярцев будет радовать солнце. Ночью до минус 3 без осадков. В среду, 2 ноября, днем до плюс 4 облачно с прояснениями. В ночное время до минус 4. 3 ноября в четверг до плюс 5 градусов в дневное время, в ночь на пятницу до 0. Самым теплым по осенним меркам днем на этой неделе станет пятница, 4 ноября. В первый день предстоящих трехдневных выходных нас ждет до 7 градусов тепла, будет облачно. В ночь на субботу до минус 1 и вновь без осадков. В субботу и воскресенье вновь похолодает. 5 ноября синоптики прогнозируют 4 градуса выше 0, пойдет дождь. 6-го столбик термометра покажет плюс 2, метеорологи обещают мокрый снег. С приходом отрицательных температур дороги и на загородных трассах, и в городе начинают покрываться ледяной корочкой. Автоинспекторы еще раз напоминают, в такое время на дорогах важно соблюдать предельную осторожность, не превышать скоростной режим, избегать резких маневров и проявлять особую внимательность вблизи пешеходных переходов. Пешеходам тоже нужно позаботиться о безопасности. Пора доставать из шкафа обувь на нескользящей подошве. Ну и без перчаток даже в городе точно уже не обойтись. Ну и если быть честной, головной убор тоже совсем не помешает. Светлана Чернышевич, Владимир Антонов, новости ТВК.